Люблю я нашу работу. Люблю простор. Ой, а как москвичи-то живут? Матерь Божья! Ни тебе лесов, ни полей, ни рек. Одни заборы. А зачем заборы? Боятся, что ли, кого? А бис их знает. Сидят взаперти. Вся жизнь у них в этом компьютере. И работа у них, и друзья, все в компьютере. Это точно, Геннадич. Вон женщины себе женихов по компьютеру ищут. А там одни жулики и альфонсы. Ага. Два раза перепишутся, повстречаются и разойдутся. Вот-вот. От компьютера одно зло. Я поэтому, Геннадич, и езжу. На людей смотрю, общаюсь. И если только пойму, что человек хороший, и с подружками тогда знакомлю. Раньше таких, как ты, свахами называли. Эх, был бы я помоложе, ты бы и мне невесту нашла. Тяжело вдовцом жить. Человеку пара нужна. Иначе он как дерево без корней. Гниет да сохнет, да так и сдохнет. Да возраст не помеха, Геннадич. А вось и тебе невесту найдем. Земля-то у нас большая. Людей хороших много. Хорошо бы. Все наладится. Спасибо, Тань. Пока. Пока. Геннадич! Я мигом, только пенсии разнесу и сразу в путь. Ты сильно не спеши, успеем еще. Ой, пока со всеми не поговоришь, не отпустят ведь. Ладно, побежала. Давай. Геннадич, тебе помочь? Да я сам справлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Баба Тонь! Баба Тоня! Людочка, красавица, как я рада тебя видеть. Здравствуйте. Бог помощь. Сказали боги, чтобы вы помогли. Поможем, чем можем, бабдуня. Давай, давай. Вам с этого месяца, кстати, пенсию прибавили. Да ты что? Да. Сейчас. Так, получите. И... Распишитесь. С удовольствием. Хороший ты человек, Людка. Да и сваха хорошая. Легкая у тебя рука. Скоро всех наших невест выдашь. Ну, а себе-то присмотрела кого? Ну, я-то что, бабтонь. Главное, чтоб людям хорошо было. Ай, ты все по солдатику вздыхаешь. Ой. Нехорошее это дело, мертвым верность хранить. Им хорошо, когда о них помнят. Их отпускать надо. Жизнь такая короткая. Ты знаешь, поверь старухе. Я знаю, бабтонь. Но сердце-то тоже не обманешь. Ах ты, Господи, Господи. Ой, ну да ладно. Ну все, побежала, бабтонь. Спасибо. Вот ты, моя хорошая. До свидания. Господь с тобой. До свидания, сваха. До свидания. Счастливенько. Счастливо. Вот мы и в Мирчанское. Красота какая. Ой, здрасте, Авдотья Егоровна. Здравствуй, моя хорошая. Ну, как торговля? Да ни шатка, ни валка. Выражку возьмешь? Возьму. Какой бы нижний это? Весь свежий, абсолютно. Так, сколько? 50 рубликов один пакетик. А мед-то твой? Или купил где? Мой, не мой. Нравится, бери. Не нравится, мимо проходи. А чё жидкий-то такой? Нил, это же акация. А ты мне номерочек свой дай. Я тебе вечерком позвоню, да сам привезу. Ну что, хорошего.
Может, погуляем? Алипаду. Сосед тут у вас веселый, смотрю. Шалтай-болтай, а не сосед. Барыга заезжий. А на вид вроде симпатичный. А он холостой или нет? Холостой. До понедельника. А как ярмарка свернется, теща за ним приедет. Жена у него в больнице лежит. В райцентре. Сохраняется. Вот он и холостой. Ловелас какой. Вот так-то. А я тебе знаешь, что скажу? Ты вон лучше на того паренька погляди. На которого? А вон карпами торгует. Сам выращивает. И пруд у него искусственный. А хозяйки у него еще нету. Все вы знаете, Авдотья Егоровна. Спасибо, пойду погляжу. Бывай, бывай, дорогая. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, берите вот этого карпа. Не пожалеете. Совсем свежий. Еще с утра плавал. Да мне бы которых поменьше парочку. Парочку. Самца и самочку. Не знала, что рыбы парами живут. Думала, стаями. Так у всего живого пара есть. И у вас? А у меня нет. Отчего так? Да некогда мне знакомиться. Я же целый день на хозяйстве. Понятно. Да и девчонки у нас больно разбитные. Все время повеселиться хотят. А мне скромная нужна, и чтоб хозяйка хорошая. Я много таких знаю. Правда? А познакомите? Попробую. Возьмите за карпиков-то. Так. Спасибо. Так. Карп хорош. Хорош. Парень-то ростом что-то не вышел. Да бросьте, разве дело, Геннадич? Ага. Мал золотник да дорог. Фермеру нашему писем нет? Нет. Что же это ему жена не пишет? Да нет у него никакой жены, Геннадич. Живет один с дочкой. Вон а как. Судьба. Судьба. Вперед. Опа. Доченька, угу. У меня сегодня куча дел. Давай ты сегодня с тетями на ферме побудешь. Пап, я не хочу с тетями. Почему? Я боюсь, что ты, как мама, уедешь и не вернешься. Малыш, я тебя очень люблю. Но потерпи немного, пока все образумится. Не хочу тебя с собой таскать. А я разве тебе мешаю? Да ну что ты, нет, конечно. Ты наоборот мне помогаешь. Когда ты со мной, у меня все получается. Угу. Я ненадолго, обещаю. Давай. Ладно. Добрый день, Иван Максимович. Привет, Раиса. Как у нас сегодня? Да, с дойкой не поспеваем. Коров много, рук нет. Так не руками ж дуете-то. Так с техникой тоже управиться надо. Коров-то 50, а я одна. Как одна? А остальные где? Ну, Зинаида в телятнике, Анфиска еще неопытная, ей технику доверять нельзя. А Анастасия отгул взяла. Кто ей этот отгул дал? Так вы же дали, Иван Максимович. У нее же свадьба сегодня. Точно. Да. Я и забыл совсем. Еще 2 месяца назад говорили. Ну, 2 месяца назад у меня еще дояры хватало. Вот я и раздавал отгул направо и налево. Настасья тоже увольняться будет. К мужу жить уедет. Да. Ядрить твою налево. А кто же работать-то будет? 3 доярки замуж вышло. У меня работать некому. Ладно, ты хоть иди. Ну, увидимся, Иван Максимович. Ага. Прям брачный сезон какой-то. Поздравляем, милости просим к столу.
минуточку внимания. Итак, мы жениху и нашей невесте желаем долгих дней и лет. Идите счастливо по жизни вместе, без грусти, горя и без бед. Ну а дом, что был, полная чаша. Спасибо. Ой, Горько! 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 Ну что, Леша наша пришла. Привет, Люся. Посмотрите, кто пришел. Привет. Здравствуйте, Настасья. Здравствуйте, Артём. Здравствуйте. Поздравляю вас от всей души. Спасибо, Людмила. Вот так вот, скромненько, в уголочке, как всегда, со своим пирогом, наша Люся. А между прочим, если бы не она, не было бы этой свадьбы. Это точно. Ой, угомонись, Раиса, сегодня главное жених и невеста. А чего уж обо мне-то говорить? А я не побоюсь сказать, что ты соединяешь сердца. Ой. Так что за тебя. За тебя давай. Спасибо, спасибо. Спасибо, девчонки. За нашу свадьбу, за Люду. Спасибо. Спасибо, Валечка. Иван Максимович, а вы что такой смурной сидите? Работница ваша замуж выходит. Ну, скажите ей что-нибудь хорошее. Пожелайте что-нибудь приятное. Да, говори, ну, Иван Максимович. Раис, ну не чисти, а? Так свадьба же. Ну, что ж тут сказать. Невеста. Моя лучшая работница. Спасибо, Иван Максимович. Была. Да я вот тоже раньше думал, что город – это возможности, перспективы, ну, когда молодой был. А в итоге здесь себя нашел. Ферму поднял, производство организовал. Да я что, против, что ли, жениться на здоровье? Но уезжать-то зачем? А? Я б со временем и вас, и мужей ваших рабочими местами обеспечил, и зарплаты бы не обидел. Ну, вы уж простите, что я от вас ушла. Так уж получилось. Да, ладно. Тут не к тебе, тут. К другому человеку у меня разговор есть. Это ко мне, что ли? Иван, ну мог сдержаться хотя бы сегодня, а? Ты, Людмила, ты... Да ты хуже бандитов. Только тебе хоть сразу все отбирают, а ты постепенно мое дело разваливаешь. Вон! Лучших работниц меня лишила. Иван Максимович, угомонись, а? Свадьба же. Ну? Простите меня. Дорогие, жених, невеста, пойду я. Не буду вам праздник портить. Пап, ну давай еще немножко останемся. Куда нам спешить? Здравствуйте. Здравствуйте, граждане односельчане. Здравствуйте, товарищи. Хорошо сидим. Глава с участковым. И мы к вашему празднику не с пустыми руками. Смотри, сколько и опять вместе ходит. Ходьба. Давай, давай. Ну что, как глава администрации, я хочу поздравить вас и вручить вам подарок. Кухонный комбайн. Да. Совет для любви. Спасибо. Екатерина Матвеевна, присаживайтесь к нам. Да, давайте, к нам, за стол. Спасибо, Настенька. Сегодня воздержимся, у нас много-много дел. Разрядись. Служба. Екатерина Матвеевна, может быть, выпьете с нами? Это лишнее, вы при исполнении. Занятая у нас глава. У них сколько дела и поважнее есть. Нашу Люсю дышит. Ой, неровно. Да ладно тебе. Вон он как накинулся на нее давеча. Так это ж самый верный признак. Вот тебя в школе за косы дергали. Ну? Так это то же самое. А что? Чего ты смеешься?
мужчина, хозяйственный и не бедный. Можно сказать, повезло Людмиле. Ой, Вань, вот сам Ванька еще ни сном, ни духом. А ты их уже поженила. А поживем, увидим. Ты как, живой там, нет? Держись, Коляр. Чуху, чуху. Все обойдется. Нормально. Сейчас водички попью. Что, мужики, накачались уже? Да Колька, похоже, отравился. Что, водка не свежая была? Да если бы. Вот этим пойлом. Вино столовая виноградинка. А кто выпускал, где разливали, не написано. Ну. Где вы взяли его? Да в сельпо. Оно у нас в округе во всех магазинах недавно появилось. Угу. Вылить эту отраву и не берите больше. Пойдем. Пойдем, Коля, пойдем. Люсь, подожди. Прости, что я там так разорался. Плохо, что разорался. Людей обидел, настроение испортил. Тетя Люсь, папа правда не хотел. Защитница ты папина. Повезло тебе. Да я, если честно, хотел тебе совсем другое сказать. Да ладно, Вань, до дома-то хоть подвезете? Да. Довезем с ветерком. Пойдем. Ура, мы с тетей Люсей едем. Прошу. Вань. Ау. А что это такое у тебя тут лежит? А, да это ружье. С охоты забыл домой забрать. А, ты еще и охотник. Да еще какой? Опять до утра гулять будут. Как бы на смену не опоздали. Нет, все в город подались. А девчонкам надо как-то жизнь устраивать. Да понимаю я все. Но мне-то от этого не легче. Была бы у наших мужиков работа, никто бы из села не уехал. Работа. Надо дело новое открывать, производство организовывать. Не так все просто. Ну зачем новое? Ты старое подыми. Вон консервный завод сколько лет стоит, никому не нужный. Раньше работал, и все мужики при деле были. Возьмись за него, Вань, а? У тебя получится. Ферму поднял, и завод подымешь. Ну, Людмила, тебе с твоей головой не на почте нужно работать. Мне с моей головой, Вань, и на почте хорошо. Все время с людьми. Угу. Ну, вот честно тебе скажу. Вот прямо завтра бы поехал и занялся бы этим делом. Правильно. Вот и поезжай. Но дочь не с кем оставить. А ты Дашку ко мне приводи. Я ведь всегда ей рада. Люд, я ищу тебя. Что-то важное хотел сказать. Ну, говори. Угу. Ну, ты же знаешь, как я отношусь к тебе? Знаю, Вань. Но давай не будем об этом. Ну, не могу я. Понимаешь? Давай, до завтра. Батончик, сейчас тебя покормлю, родной. Мой хороший. Ой, ты родной, мальчик. Мальчик мой. Сейчас покормлю солнышко мое. Вроде получается. Ля,
Иди завтракать, я тебе бутерброды сделала. А? Увлекся. Хозяюшка ты моя. Ну, пойдем, пойдем. Я буду бутерброды есть. Домой! А мне сегодня мама приснилась. Она что, совсем меня разлюбила? Да нет, конечно. Ну что ты такое говоришь, малыш? А ты меня не бросишь? Конечно, не брошу. Я ж тебя люблю. Обещаешь? Обещаю. Ну, пойдем завтракать, а то тетя Люся уже ждет. Ага. Вперед! Ау! Дашуль, я сейчас. Хорошо, пап. Здравствуйте. Здрасте. А вот такой, бабуль, букетик почем? 100 рублей. Ага. Угу. Спасибо. Держи. Это кому же? Тетя Люся. Это за то, что она за мной присматривает? Нет, за то, что она такая добрая. И красивая. И красивая. О, Люсь, слушай. Отдамся в добрые руки красивой стройной женщине до 40 лет. Так. С квартирой, без материальных проблем, вредных привычек и детей. Может, ему еще вареньем намазать? Совсем эти мужики зажрались. Ну, кого ты хочешь там найти, Валь? Ну, кого? Принца на белом коне, конечно. Ты же знаешь, кто эти объявления пишет. Подростки да извращенцы. Ну, думала, может, какой нормальный попадется. Нормальных мужиков так не ищут, Валечка. Хорошие мужчины все при деле. Вон за зиму 3 свадьбы сыграли. И все женихи из ближних станиц. А ты уж больно разборчивая, Валь. Тебе не угодишь. Трудный я клиент, да, Люсь? Сама знаю. Откажешься от меня, да? Ну что ты? Ну как я могу от тебя отказаться? Принца так принца. Будем искать. Пап, я тебя на почте подожду. Хорошо, доченька. Ага, точно. Здравствуй, Иван Максимович. А что это ты с букетом? Праздник, что ли, какой? Так у нас каждый день праздник. День работника почты. Работниц почты, наверное, а? Ну иди, иди, порадуй наших девушек. Ой, заждались они там. Конечно. Веди себя хорошо. Всем доброе утро. Добрый день, Вань. А это в честь чего это? Ну, отблагодарить тебя за твою идею. Сейчас вот поеду в банк договариваться по поводу кредита. Решил не откладывать. Это про консервный завод, что ли? Ну да. Не знаю, как с тобой рассчитываться теперь. Ну, консервами, конечно, Вань. Но если серьезно, главное, чтобы все получилось. Ну, Дашка у тебя останется? Хорошо. Ага. Ну ладно, пока. Пока, пап. Пока. Ну что, пойдем марки клеить и открытки выбирать? Да, ура! Ой, Люсь, а что это вдруг букет? Ой, Иван подарил. Хотел поблагодарить за идею с заводом. Да ладно, мне-то можешь не рассказывать. Знаю я эти все идеи. Влюбился в тебя, вот и дарит цветы. А ты что, нравится он тебе? Честно? А? Да, нравится. Но не могу я, Валь. Не могу я любовь свою забыть. Хорошо. Но, предположим, дам я тебе этот кредит. Ты мне простую вещь объясни. Что ты с этим заводом делать будешь? Выращивать буду.
Помидоры, кабачки, делать консервы, как у итальянцев. Ну и продавать, только дешевле. Ваня, ты себя со стороны слышишь? Томаты, кабачки. Ты же серьезный человек. Я абсолютно серьезно. Да таких управленцев, как ты, во всей области раз-два и общался. А ты себя в деревне похоронил. Ну почему ж похоронил? Слушай, ведь я все понимаю. Это из Самаринки, да, весь этот твой дауншифтинг? Земля, коровы. Да я всегда этого хотел. Эта Маринка меня тянула в высший свет. Тусовки, вечеринки. А я к этому стремился. Ваня, ведь рано или поздно придется возвращаться из зоны рискованного земледелия в реальный сектор экономики. Ладно, ты документы мои посмотрел? Посмотрел. Вроде все нормально. Скажи мне, как старому товарищу, что тебя там в деревне держит? Да полюбил я, понимаешь? Людей этих. Жизнь сельскую. Землю. Дочке там хорошо. Но нравится мне. Ваня, мы с тобой на разных языках говорим. На разных. Не горожанин я. Был горожанин, да весь вышел. Деревня теперь мой дом. Ладно. Уговорил. Получишь свой кредит. Короче, по договору за аренду завода деньги мы перевели. А это тебе сверху, как договаривались. А что так не густо? Где процент с прибыли, Качанчик? Что, дело плохо пошло? Сейчас получим деньги за товар, будет тебе процент. Время нужно на раскрутку. Ну-ну, раскручивайся. Я тебе все концы отдала. Аудитория у тебя большая, наш народ выпить не дурак, да и туристы помогут. Слушай, Катерина, а может снизишь нам аренду, а? Не-не-не-не, больше не могу. Сам рассуди, какой мне смысл рисковать? А чем ты рискуешь? У меня по бумагам все четко. Это по бумагам, Качанчик. А ты на отражение свое в зеркале смотрел? Ты что ж думаешь, я все деньги себе беру? Ну где ты такое видел, чтобы на глазах честного народа бормотухой торговать? И чтоб тебе за это ничего не было. Все связи должны быть проплачены, сам знаешь. Эх, Катерина, мужиком бы тебе родиться. Круто дела ведешь. Ладно, поедем мы. Счастливо оставаться. Рада была повидать. Степанит, отмени прием и вызови ко мне участкового. Хорошо, Екатерина Матвеевна, сейчас вызову. Екатерина Матвеевна, вызывали? Дверь закрой. А? Сделку с консервным заводом не хочешь отметить? Как насчет коньячка? Это я всегда за. Тогда наливай. О. Хорош. Это вам, Екатерина Матвеевна. Тост. Чтобы у нас с тобой, Коленька, все было шито-крыто. И чтобы ты за этим хорошенько присматривал. Касатик ты мой. Ну, это самое. Хлопотное это дело, Екатерина Матвеевна. Как бы чего не вышло. А вдруг начальство прознает, а? А твое начальство и так уже в курсе. Я с ним договорилась. У меня для тебя еще подарочек. Да? Ать. Потрать с пользой. И совет.
Хочешь хорошо зарабатывать? Поменьше сомневайся. Ой, Коль, что-то я засиделась сегодня, спина болит. Иди, массажик сделай. А? Давай, давай, иди, говорю. Угу. Ну, давай посильнее. Вот, хорошо. Угу. Оп! Так. Здорово. Можно отправлять? Может, когда вырастешь, тоже будешь на почте работать. Я подумаю. Это очень нужная и полезная для людей профессия. Ой, Даша, какая ты самостоятельная стала. Ты, наверное, скоро в школу уже пойдешь, да? Осенью уже. Вот и хорошо. В школе-то веселее, чем с нами. Молодец, Дашенька. Ой, не пойму, что за мать у нее такую кроху бросила. И не говори. Степанит Кузьминишна, здрасте. Здрасте. У себя? Приема не будет. Пускать никого не велено. Понятно. Но сказано же, что сегодня приема не будет. Какие люди? Здравствуйте, Иван Максимович, рада видеть. Для таких людей, Степанида, у нас всегда приемные часы. Mm. Это же опора нашего бизнеса. Проходи. Здрасте. Ага. С чем пожаловал? Да вот, Екатерина Матвеевна, хочу старый консервный завод в аренду взять, восстановить. Ну, пока наши мужики окончательно не спились, не разбежались то куда. Молодец, хорошее дело задумал. Угу. Хорошее, да только сдала я уже завод. Опоздал ты, Иван Максимович. Ясно. А кому сдала? Людям. Ну, чем хоть заниматься будут? Ну, да чем-то будут заниматься. Ясно. Ха, ну ладно. Главное же это никому в аренду сдавать, а рабочие места. Теперь у наших мужиков работа будет. Я ж тоже не для себя, для людей хотел. Насчет рабочих мест тоже не уверена. У них свой сложившийся коллектив. Екатерина Матвеевна, но не мне вам напоминать, что завод – это сельская собственность, народу принадлежит. Да что ты? На своей ли территории топчешься, Иван Максимович? В этом кабинете все законно. И договора, и печати. Не лез бы ты не в свое дело. Ты у нас человек чужой. Пришлый. А фермерством, Иван Максимович, занимаешься очень хорошо. И желаю я тебе сердечно всякого процветания. Ишь, завод, никому 10 лет не нужен был, а теперь вдруг всем понадобился. Давай на работу. Не имеете вы права, Екатерина Матвеевна, распоряжаться заводом по своему усмотрению. Не будет мировой. Не будет мировой? Хорошо, Ванечка, пусть не будет. Ну и крендель этот Дойер. Борец за общественные права. Угу. Слушай, Коленька, слетал бы ты на завод, да проследил, чтобы этот фермер не испортил нам бизнес. Если что, припугни.
кишка у него тонка. Воевать с нами. А если не тонка? Мне неприятности не нужны. Где они эту отраву производят? Мужик, что ты там делает? А ну, положь на место. Кто у вас тут начальник? Тебе чего? Поговорить надо. Нету здесь никого на месте. Когда будут? Не знаю, они не докладывают. Вообще, иди, мужик, отсюда, тебе здесь нечего делать. Че, проблемы? У меня нет. А вот у вас скоро будут. Надо разобраться, чем вы тут занимаетесь. Тебе больше всех надо. Пойдем. У нас тут все законно, так что вали отсюда, чтобы тебя больше не видели. Еще увидимся. Мужик, ты что здесь делаешь? Алло, что за съемки? Пейзаж снимаю. А что, нельзя, что ли? Проблемы, да? Проблемы у тебя сейчас будут, фотограф. А, у вас стратегический объект, что ли, какой? Ну ладно, тогда за забором, да? Здесь частная собственность. За забором тоже. Ну-ка, дай сюда. Да вы чего? Мужики. Я говорю, давай сюда, что ты там наснимал. Да давай. Вы чего? Да мужики. Дай сюда. Да сюда. Да вы. Совсем умордели, что ли? Фига. А ну стой! Стоять! Всем взять оружие на землю! Я защищался. Бросай ствол, твою мать! Лицо к машине! Чего? Руки за спину! Иван Коротков, вы арестованы за хулиганство с применением огнестрельного оружия. Коль, ты что там говоришь? Покушение на убийство и сопротивление сотруднику власти. Коль, я же тебе говорю, я защищался. Не нервничай, разберемся. Голову. Давай, давай. Как звать? Саня. Какой нахрен Саня? Фамилия-ка? Сидоренко. Значит так, Сидоренко, в опорный пункт ко мне. И будешь потерпевшим, а вы двое свидетели. Ищи на короле себя, а? Я уже, наверное, домой пойду. Ты бы ему позвонила. Дозвонила я уже, Иван недоступен. Даже не знаю, что думать. Даша, ну что ты? Папа обещал, что меня не бросит. Он просто задержался на работе. Ничего страшного. Он никогда так не задерживался. Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы ему оставим записку. И пойдем ко мне в гости. Я тебя чем-нибудь вкусненьким угощу. Пойдешь? Пойду. Девочки, будем надеяться, что с ним все хорошо. Угу. Так, и раньше времени не паникуем. Да? Может, с ним и правда что-то случилось, а? Люсь, ну что с ним могло случиться? Ну, встретил человек в городе старых друзей и задержался. Валя, знаешь, нет, он бы продажку не забыл. Ой, что-то у меня сердце не на месте прям. Ой. Ну что, Сидоренко, читай,
Что ты тут сочинил? Гражданин Коротков напал на меня, угрожая убить, и выстрелил из ружья. Начальник, он же в воздух стрелял. Саня, если в воздух, то он только штрафом отделается. А потом отсюда выйдет и тебя же по судам затаскает. Тебе проблемы нужны? Да нет. Ну тогда с моих слов записано верно. Подпись. Ну что, мне тебя учить, что ли, ну? Понял, начальник. Ну ты, ладушки. Ну что, узник? Надумал автограф ставить? Или упираться будешь? Не буду я это подписывать. И потерпевший твой, и свидетели. Липа все. А, нас что-то не устраивает? Да ничего не устраивает. Я не пил. Я защищался, а не нападал. Не нападал он. Ну ты ж не будешь отрицать, что тебя застали с оружием огнестрельным в руках? И выстрел ты произвел? Произвел. Воздух. Предупредительный. Чтобы их остановить. Коль. Они там отраву всякую разливают, а ты меня за решетку посадил. Зачем тебе это? Слушай, давай заканчивай этот цирк, а? Ты меня знаешь. Да знаю, Вань, знаю. Я много кого знаю. Многие из моих знакомых давно уже в местах не столь отдаленных сидят. Да и тебе лет 5 как минимум светит. Потом как твое дело можно подвести по 2 статьи. 30-ю... Ну, это покушение на преступление. Так, ерунда. И 105-ю. А это уже, брат, убийство. Я прям не знаю, что выбрать. Что? Вот. Да что ты? Не знаю. Не расстраивайся. Наладится как-нибудь. Здравствуйте, Люд, девчонки. Здрасте. Люда. Здрасте. Людка, беда. Беда, Людка. Что такое? Ты чего, Раиса? Пожар, что ли? Нет, Иван Максимович, забрали. Кто забрал? Куда? Да в ментовку забрали. Колька, папочка! Одноклассник твой. Говорят, на заводе в кого-то стрелял. Убить кого-то хотел. Кого убить, Рая? Не знаю, я не знаю. Ну, рабочие там какие-то были. Ну, может быть, в них стрелял, я не знаю. Что делать-то будем? Ферму-то нашу закроют. Ой. Все, куда подаваться-то? Да не вой ты раньше времени. Как посадили, так и выпустят. Угу. Иван не мог плохого сделать. Мы все его знаем. Все образумится. Да. Дай-ка бог. Просто за решетку, если попадает, оттуда просто так не выбираются. Там же все повязано. Дашку. Дашку, сиротку-то жалко. Ее ж детдом заберут. Да ну у тебя, язык без костей! Рай, очнись, а? Ты что говоришь-то такое? Ага. Глупости наговорила? Не пугай ребенка. Дашенька, не бойся, не бойся. Тетя пошутила. Мы сейчас пойдем и с тобой все сами выясним. Угу. Ладно? Хорошо, тетя Люсь. Ну, давай. Ну, ты даешь, а? Проходи, Дашенька. Дашенька, Господи. Доченька, прости, что не позвонил, родная. Коля, просто... ты чего творишь? Как? Честного человека за решетку посадил, а? Все хорошо. Не шуми, Люся. Твой честный человек сегодня себе лет на 5 накрутил. Ты что? Приехал на завод, устроил пальбу. Да не может этого быть. Ты, наверное, что-то не так понял просто. Да все и так понял. Я это сам наблюдал. Да ты... Иван не мог. Ты его знаешь, я его знаю. Да и Дашка у него. Как же теперь быть-то? Кстати, о ребенке. Ты ее пока к себе жить возьми. А то жалко сразу в детский дом сдавать. Чего? Какой детский дом, Коля? Ты что говоришь? Что думаешь, на тебя управу не найду? А ты мне не грози. Я законы исполняю. Пап, все ведь будет хорошо. Все будет хорошо, малыш. Вань, господи, прости меня. Люсь, да ты чего? Тебя-то за что? За то, что я тебя в это дело с заводом втравила. Да пропади он пропадом, этот завод! Люсь, тебе себя не в чем винить. Угу. Дашку возьмешь к себе? Ну, конечно. Я думаю, сегодня ничего не решится. Дашенька, пойдешь к тете Люсе? Угу.
А я здесь с Колей поговорю, и он меня отпустит. Тут недоразумение вышло. Папочка, а ты скоро вернешься? Господи. Конечно, скоро. Слушай тетю Люсю. Хорошо. Пойдем, Дашка. Пойдем. Я темноты боюсь. Не бойся, я не буду выключать свет. А что теперь с папой будет? Все с папой будет хорошо. Спи давай, спи, моя девочка, спи. Спи, моя хорошая. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Здравствуйте. Здрасте. Что, помощницу привела? Это чья ж такая красавица? Это дочь Ивана, фермер нашего. Геннадьевич, присмотрите за ней пару минут, а? Мне надо с Валюшей пару слов обмолвиться. Да, да, хорошо. Идите, секретничайте. А мы с Дашуткой будем посылки грузить. Да. Ну-ка, хорошо. Давай маленькие посылочки. Спасибо. Неси. Сейчас посмотрим, какая ты помощница. Вот так? Валь. А? Подменишь меня, а? Конечно, подменю. А ты что надумала? Хочу поехать в город. Попробую вытащить Ивана. Как? Не знаю пока. Приеду, разберусь там. Ой, мать Тереза, ты наша. Боюсь я за тебя, Люсь. Там же такие деньги замешаны. А где большие деньги, там большие неприятности всегда. Так что теперь, в сторону отойти? Да разве ж я тебе об этом говорю. Просто будь как-то поаккуратнее. То в случае чего тебя даже защитить некому будет. Мы с Геннадьевичем, полтора бойца, весь твой тыл. Ну тыл же, не так страшно. Я тебе сейчас дам, не страшно. Ты лучше бойся, Люська, бойся. Знаешь что, он из-за меня сел, мне его и вытаскивать. Все. Я почту развезу сам, делай дела спокойно. Может, выручишь человека. Спасибо, Геннадьевич. Спасибо. Пока. Так, Люс, а куда мы идем? К дяде-следователю. Поговорить с ним, чтобы папу твоего освободили. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я насчет Ивана Короткова. Какого Короткова? Он кто, свидетель, потерпевший? Нет, он фермер, станица Луговская. Его обвиняют, что он якобы на заводе в рабочих стрелял. Это неправда, он хороший. Ясно. Луговской стрелок, значит. У Ершова материала дело по вашему стрелку. А вы ему кто будете? Жена? Нет, я не жена, но я свидетель. Минуточку. Старший лейтенант Тарасенко. Тут свидетель по делу стрелка с Луговской. Есть. Проходите направо. 35-й кабинет. Капитан Ершов. Хорошо. Постойте. А ребенок куда? Нет, ну что, я ее на проходной оставлю, что ли? Вы бы еще сюда весь детский сад привели. Пойдем, Дашенька. И еще по делу Короткова Ивана. В протоколе сказано, в пьяном виде открыл стрельбу. Хотел убить охранника Александра Сидоренко. И чё? Да странно это все. Медицинская экспертиза не проводилась. Увечий нет. Да и мотивов у Короткова особо никаких. Получается, приехал, взял ружье и начал стрелять. Я считаю, требуется дополнительное расследование. И сколько времени займет это твое расследование? Ну, дня 2-3. Может, больше. Нужно съездить, опросить свидетелей, собрать улики.
А сколько у тебя сейчас дел в совокупности? 12. А срок по отчетам за них? В четверг должен все сдать. Ну, вот, садись и пиши. Какие тебе еще мотивы? Вовремя отчета не сдашь, премии лишу или еще какие другие меры применю. Понял? Так точно. Понял. Разрешите идти? Иди. Вот тебе мой телефон. Посиди, подожди меня здесь, пока я с дядей буду разговаривать. Вдруг папа позвонит. Сможешь? Смогу, тетя Люсь. Конечно, посижу. Только ты побыстрее, хорошо? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к кому? Я к капитану Ершову. Это я. Заходите. Привет, Катя. Привет. Тут такое дело. В общем, я к тебе доложить иду. Пришел, докладывай. В общем, фермера этого закрыл. Да что ты, Коленька. Молодец. Молодец. Ну и как себя чувствует наш народный мститель? Страдает. Но это недолго. Завтра за ним автозак из города приедет. Не поняла, какой автозак? Ну, как положено. Я ж ему статью по 3 года подвел. И все материалы уже наверх сдал следаку. Это называется «научи дурака Богу молиться». Я вот, Кать, что-то не понял. Сейчас что не так-то? Да все не так, Коленька. Я просила что? Проследить и припугнуть, если надо. Ну? Но не сажать же на полную катушку. Я тебе русским языком сказала, мне неприятности не нужны. А ты мне их, Коленька, создаешь. Значит, что? Значит, сюда может следак приехать вынюхивать, так? Ха. Да кто сюда поедет? Ну, кому охота в навозе копаться? Если что не так, твоя голова полетит первой. Не знаю, может, с участковым они нашим поссорились, и он его посадил. Но только Иван ничего такого сделать не мог. Зря его арестовали. Задержали. Ну, задержали совершенно невиновного человека. А из ружья кто стрелял? Тоже ваш невиновный человек? В пьяном виде открыл беспорядочную стрельбу по работающей на заводе бригаде рабочих. Ну что вы, ну в каком пьяном виде? Он даже на свадьбах не пьет. Он за рулем все время, да и дочка у него маленькая. Ну не до выпивки ему. Это прямо наговор какой-то. Ну вы давайте сейчас еще теории заговоров строить, да? Нет, ну вы приезжайте, посмотрите, послушайте, с людьми поговорите. Ну я же вам правду говорю. Да я не сомневаюсь, что вы верите в то, о чем вы говорите. Угу. Но участковый написал все по-другому. И заявление потерпевшего есть, и свидетели, которые подтвердили его слова. Поэтому я вашего стрелка отправляю в следственный изолятор. Да вы что? Да. Это страшный сон какой-то, это дикое недоразумение. Дорогая моя, если бы мне каждый раз, когда я это слышу, платили бы рубль, я бы уже был миллионером. Ну что ж, теперь мне все понятно. Для вас человеческая жизнь – это повод для шуточек, да? А ведь мне сперва показалось, что вы приличный человек, а вы такой же, как все. Для вас бумажка главная, а не живой человек. Тетя Люся, что дядя сказал? Когда папу выпустят? Дашенька, а ты спроси у этого дяди сама. Это дочка человека, который воспитывает ее один. А вы посадить его хотите? Пойдем, Дашенька. Огонь, девка. Чего?
Девка, говорю, огонь. Пойдем отчеты писать, а то дадут по шапке. Первым делом документы. Ну, а девочки потом. А что ты такая замыленная? Куда все бегаешь? Ой, да надеюсь Ивана освободить. Вот думаю пойти на завод, попросить, чтобы потерпевшие заявление забрали. Но он никому ничего плохого не сделал, понимаешь? Ой, наивная ты душа, Люсь. Да какие там потерпевшие? Да там же бандюки одни. Вон давеча наши местные мужики ходили на завод устраиваться. Они за шкирки взяли и выкинули всех. Да ты что? Да они там вино бодяжат. Им чужие глаза не нужны. И что же теперь делать, Клап, а? Знаешь что, ты к Екатерине Матвеевне сходи. Она ж к Ивану благоволит, ага. Она характеристику напишет. Глядишь, какое послабление выйдет. Точно. Вот голова ты, Клава. Спасибо. Давай ручку, пошли. Тетя Люсь, я водички хочу попить, а еще немножко поспать. Дашенька, ну я знаю, что ты устала, но потерпи еще немножко, ладно? Пойдем. Жарко. Вы уж извините мне, Екатерина Матвеевна, что я вас дома беспокою. Но дело-то срочное. Никто ведь помочь не хочет. Следователь считает, что Иван дебошир и пьяница. Но вы же знаете, что это не так. Вот если бы вы характеристику Ивану написали, может, и отношение к нему бы изменилось. Я очень вас прошу. Да. Так вы уж у следователя побывали? Была. Непонятно, откуда такое беспокойство. Вы кем-то приходитесь, Иван Максимович? Нет, просто так получилось. Втянула я его в это дело. Еще любопытней. Как так? Сельский почтальон втянул опытного бизнесмена в дело на 5 лет тюрьмы? Любопытно. Екатерина Матвеевна, я просто человеку хочу помочь. Ну куда же вы лезете, голубушка моя? Ну зачем? Ну кто вас просит об этом? Ну что же, сложа руки сидеть, что ли? Но ведь невинный человек пропадает, да и ребенок ведь у него. Это все хорошо, это понятно. Только там и без вас разберутся. А вы как бы хуже не сделали. Я понятно говорю? Это что, угроза, что ли? Да нет, это не угроза. Это дружеский совет. Спасибо вам, Екатерина Матвеевна, за теплый прием. Дашенька, просыпайся. Нам пора. Мы уже идем? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Идем, Дашенька. Здрасте. Вы здесь меня уже нашли. Ну, я же все-таки следователь. И что, арестуете меня? А есть за что? Ну, у нас и ни за что людей арестовывают. Да вот как раз я и приехал разобраться, что у вас тут творится, как вы и настаивали. И что, есть успехи? Пока я могу сказать, что протокол составлен с ошибками. Поэтому сейчас я направляюсь к вашему участковому. Ясно. Ну, до участка-то далековато все-таки. А где машина у вас? Да я пешком. Ну, нет пешком? У меня машины. Дядь Вася, я на автобусе сюда приехал. Ой, Вася! Ой. Привет, Люсь! Привет! Куда едешь? На станцию еду. Тебя довезти? Да человека подвези к Николаю, а? Да садись, довезу. Права хоть есть? Да, есть! Месяц назад купил.
В смысле? Да шучу я, доедем. С 10 лет гоняю. Ну ладно, поехали. Давай. Дашенька. Счастливо. Счастливо. Держись крепче. Скажи-ка мне, Степанида, а у Ивана и Людмилы какие-то отношения? Ну, я этого сказать не могу, Екатерина Матвеевна. Вряд ли. Ну, потому что на селе бы сразу все узнали. Просто она человек добрый. А ребенок сирота, вот она к ней тянется. Слушай, что-то я упустила этот момент. А как Людмила стала свахой? Ну, так она ж на почте работает, всех знает. По району ездит. Ну, а кто-то обратился к ней жениха найти. Она помогла. Понятно. Ну, все и сложилось. Молва пошла, мол, рука у нее легкая. Ну, и Людмила и стала всем помогать. Ну, то ли и сочувствие там уже. И что, все довольны? Очень довольны, очень. А нам-то как она помогла? Замуж племянницу выдала. Да что ты. Ага. Так мы все боялись, девка думали, пропадет, потому как вертихвостка жуткая. Это ж надо, какой среди нас хороший человек живет, а? Что есть, то есть. И денег не берет. Да ну что вы, категорически отказывается, когда предлагают. Из племянницы твоей не взяла? Да что вы, боже упаси. А может, взяла? Может, ты что-то запамятовала? Ой, Степанида, слаба ты памятью стала. Смотри, замену тебе найду. Поняла. Я вспомнила, вспомнила. Зять наш подарок ей подарил. Вот. Ну, там то ли по собственной инициативе. Ну и какой подарок? Ну, я не помню, кофемолка, что ли. Но кофемолка это не густо. А как живут с мужем? Да хорошо, они живут. Что ты говоришь? Ну, не всегда, конечно. Зять больно ревнивый. Однажды запер ее в сарае, прям на целый день, чтобы на танцульке не шлялась. Негодяй такой. Негодяй. Только маловато этого. Из дома он ее не гонит, не побивает. Да боже упаси, вы что такие страсти говорите? Вот именно страсти. Степанидушка, нам страсти с тобой нужны. Если их нет, их надо найти. И ты мне их будешь искать, поняла? Опросишь наших избирателей, может, среди них есть недовольные клиенты нашей свахи? А, я поняла, поняла, Екатерина Матвеевна. Все сделаю, займусь, все разузнаю. Молодец. Рабочий день закончен. Угу. Здравствуйте. Капитан полиции Ершов Петр Сергеевич. Старший лейтенант полиции Николай Котиков. Угу. Я по делу Короткова Ивана Максимовича. Задерживали такого? Так точно, задерживал. Так вот, я ознакомился с вашим протоколом. И знаете, что-то подписи задержанного не нашел. Так тут же все изложено. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Вот и не смог подписать. И до сих пор не протрезвел. А не поторопился ли ты, старший лейтенант? Ну или там рвение хотел проявить? Да понимаете, какое дело? У нас тут глушь. И ЧП редко случаются. Вот. Проявил. Угу. Придется мне у вас задержаться. Показания снять, опросить потерпевшего, свидетелей. А то я смотрю, ты человека надолго решил посадить. А вот фактов у тебя для этого недостаточно. Ну, согласен. Погорячился. Так, а с Коротковым что делать будем? Ну, если у нас фактов недостаточно, я думаю, пока можно отпустить.
Я тоже так думаю, да. Фактов недостаточно. Люсенька! Не признали меня? Вы ж мою внучку замуж выдавали. В сентябре свадьба была. Мой живёт, как у Христа за пазухой. Парень золотой. Правнук скоро у меня будет. Поздравляю вас. А я сама-то вдова. Ты мне не подыщешь деда какого-нибудь? Только упаси, о, Господи, не пьющего. Ну, надо подумать. Так сразу новому-то и не приходит. Ой, так мне спешить некуда. 2 недели подожду. А дальше не могу. Дальше королей резать надо. Мне их много. Одной не справиться. Ну, за 2 недели найдется. Ага. Открывай. Ага. Иван Максимович, вы свободны? Наконец-то. А машина? А. Вот. Угу. Я ее перегнал. И на том спасибо. До свидания. Клав, взвесь-ка мне колбаски, грамм так 200-300. Так докторскую возьми, она и посвежее. Ага. Хорошо. И сыру, ну, взвесь. Сыру только так, 0,5 килограмма. Ага. Ага. Слушай, Клав, скажи мне, вот сваха наша, Людмила, что прям так всем хорошо и помогает? Да вроде никто не жаловался. А ты что, замуж собралась на старости лет? Ой, Господи, да я о родственнике своем думаю. Только сомневаюсь я. Говорят, что не очень хорошо ее пары живут. Ты же брата своего женила. Как у них, хорошо? Уж не знаю, к чему ты клонишь, Степанида, но в интригах твоих участвовать я не буду. Знаю, ради кого стараешься. И Люську не трожь. 252,50. Спасибо еще раз за освобождение. Да мне за что? Это все Людмила. Если бы не она, я бы не приехал. Встряхнула она меня. Совесть разбудила. Папочка! Доченька! Ты вернулся! Ух ты, моя хорошая. Я так соскучилась. Спасибо тебе, Люська. Спасительница моя. Да какая я спасительница? Просто человек хороший попался. Петр, вы извините меня, что я вас обвинила. Я ведь совсем не то про вас подумала. Я знаю, что вы подумали. Это ничего. Я не обижаюсь. Все-таки, понимаете, каждый день столько народу проходит. Все со своими бедами и, ну, сложно ко всем с душой подойти. Ну да. Ну, сейчас, слава богу, все устроилось. Не совсем. Надо бы до завода этого доехать. Поговорить с потерпевшим и со свидетелями. Ведь дело-то еще не закрыто. Это правильно. Люсь, возьмешь к себе Дашку? Да, конечно. Сейчас Геннадьевич заедет. Поедем почту развозить. Да, Даш? Поедешь? Да, тетя Люсь. Пап, а с тобой нельзя? Малыш, в следующий раз. Пойдем. Давайте быстрее, через полчаса еще 2 машины придут. Не нравятся мне эти рожи, как на зоне. Давай, мужики, быстрее. Ладно, Иван Максимович, сейчас, пойдем найдем тех, кого ты обидел. Давай. Здравствуйте. Капитан Ершов. Начальство на месте? Начальства нет. Угу. Опять нет? Не опять, а снова. Могу я гражданина Сидоренко увидеть? А кто это такой?
Это коллега ваш. Охраняет этот объект. Не знаю. У нас в охране таких нет. И потерпевшего нет. А товарищи Киселев, Пушнов, которые здесь свидетелями числятся, я могу увидеть? Не знаю, таких не было. Хм. Прям не завод, а Бермудский треугольник. Разрешите пройти осмотреть объект? А ордер у вас есть? А удостоверения моего недостаточно? С удостоверением своим? Иди сам себя осматривай. Ты мне поговори еще. Поговорил бы, да времени нет. Все вопросы к руководству. Действительно, а что мы время с шестеркой теряем? Поехали к главе администрации. Главе? Будем выяснять, где начальство этого завода. Очень меня этот объект заинтересовал. Ну что, на сегодня вроде всю почту развезли. Ага. Степан Геннадьевич, давайте к дому одному подъедем. Поздороваться хочу. А кто у тебя там? Знакомая. Очень хорошая женщина. Даш, хочешь кроликов посмотреть? Хочу. Да и я посмотрю. А твои знакомые кролей не продают? Кроликов? А это как договоритесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уж извините, что мы без приглашения, но мимо ехали, решили поздороваться. Да хорошо, что заехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ж меня извините за мой вид, но ложусь целый день. Чего? Очень приятный вид, когда человек работает. Это Степан Геннадьевич, наш водитель на почте. А это Прасковья Семеновна. Очень приятно. Мне тоже. Ну, милости просим. А это внучка ваша? Да нет, мои внуки в Москве живут. Это наша помощница Дашенька. Прасковья Семеновна, ну можно ей кроликов покажу? Уж очень она посмотреть хочет. Конечно. У меня там ящики крольчата маленькие. Давай, идите, смотрите. Хорошее дело кролей держать. Хорошее. Такой маленький. Да только тяжеловато стало одной. А что одна? Да так. Овдовела 3 года назад. А я ведь тоже жену похоронил. Уже 5 лет как. Тяжело, конечно. А мы с ней тоже кролей держали. А одному как-то мне уже несподручно. Ой, да вот я тоже думаю, может свернуть все это дело. Да жалко. Жалко. Может, какая там помощь нужна, так зовите. Спасибо. С удовольствием позову. Может, и пару кроликов у вас куплю. А можно телефон ваш записать? Да, конечно. Записывайте, Степан Геннадьевич. Значит, 8-926. Ох, Людмила. А ведь мы не просто так к Прасковье Семеновне приезжали, а? Не знаю, Геннадьевич, не знаю. Ай, сваха. Ладно, вы посидите, а я за карпиками схожу. Давайте. Ну? Откуда же ты такая красивая, да веселая? Дашенька, ты посиди, я сейчас. Хорошо. Можно и погулять. Только недолго, мне надо сначала бабушке, потом помочь. Дело хорошее. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Мария. Здрасте. А ты чего здесь делаешь? Женатого мужчину кадришь? Как женатого? А вы, любезная, моей торговле мешаете. Либо покупайте, либо идите своей дорогой. А вы, любезный, нашим девушкам головы не морочите. Ну-ка, пойдем. Вот ведь нахал.
А мне сказал, что с мамой живет. Спасибо, Людмила Ивановна. Невезучая я. Думала, с хорошим мужчиной познакомлюсь. А он как все. Ну, прям уж как все. Но есть как минимум не женаты. Людмила Ивановна, познакомили бы меня с приличным мужчиной. А то мне 18 лет уже, а я до сих пор с бабкой живу. Ну, 18. Старушка прям. Ну а что? У меня одноклассницы все, между прочим, уже замуж повыходили давно. У некоторых даже дети есть. И я тоже хочу. Мне кажется, тебе еще рано замуж, Маша. Это большая ответственность, семейная жизнь, а у тебя ветер в голове. Ну вот. Всех знакомите, а меня не хотите. А может, вам заплатить? У меня вот есть немного. Бабка на продукты дала. Маш, ты чего? Ну-ка, убери сейчас же. Все вы одинаковые. И бабка, и вы. Правильные. Помочь мне не хотите, а требуете от меня чего-то. Маш. Машенька, постой! Ну, надо же, а. Здравствуйте. Здравствуйте. А это ваша дочка? Нет, к сожалению. Мы на ваших карпов пришли посмотреть. Так смотрите на здоровье. А я видел, вы с одной девушкой разговаривали? Разговаривала. А вы бы не могли меня с ней познакомить? А что, она вам понравилась? Да, она очень... Она красивая. Ой, только вот легкомысленная и молодая еще. Ну ничего, у меня в молодости тоже один ветер в голове был. А для девушки что главное? Главное, чтобы мужик был рядом нормальный. Это точно. Ну, попробую вас познакомить. Правда? Да. Держите. Это подарок от души. Возьмите. Ну, не обижайте. Да? Ну, спасибо. Дашенька, Дашенька, смотри, какая рыбка большая. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Вот здесь наша администрация. Может, я с тобой? Я сам. Да нельзя туда! Да куда же вы? Добрый день. Добрый. Капитан Ершов. Можно присесть? Прошу. Спасибо. Чем обязана? Хочу с вами побеседовать о том, что произошло на консервном заводе. А что у нас произошло на консервном заводе? Ничего особенного. Обычное дело, мужики. Напились да повздорили. Вот и все происшествие. А ваш участковый считает иначе. К сожалению, наш участковый проявил излишнее рвение. Простите, что побеспокоили. Мы сами разберемся. Дело дан ход. И теперь с этим делом разбираться буду я. В ваших интересах мне посодействовать. Например, вы не подскажете, где я могу найти руководство консервного завода? Ничем не могу помочь. У меня нет с ними личных отношений. Они исправно платят аренду. Этого достаточно. Ну, а договор аренды у вас есть? Конечно. Ну, и адреса сторон там имеются? Юридический адрес – да. А вот личные адреса начальства вы там не найдете. Вы это мне объясняете? Хочу посодействовать и избавить вас от лишней работы. Ну так избавьте меня и посодействуйте. У нас нет никаких секретов. Прошу. Да, немного они вам платят за аренду. Все лучше, чем ничего. 10 лет завод простаивал. А предложение Ивана Короткова вы не рассматривали? С удовольствием бы рассмотрели предложение Ивана Максимовича Короткова. Но дело в том, что он к нам обратился уже поздно. Я уже подписала договор, и поэтому не могла его нарушить. Ну, если только его не нарушают сами арендаторы. Я пока ничего такого не замечала. Ну как же, вы же должны знать, что они там производят. Конечно. В договоре четко прописано, что они должны производить консервы. Да. А я видел. Бочки, бутылки,
Никаких консервов. Может, сок? Вы знаете, я собиралась пообедать. Не составите мне компанию? У нас отличная столовая, готовит по-домашнему. Спасибо. Не голоден. А вообще, Екатерина Матвеевна, советую вам поговорить со своими арендаторами. Если выяснится, что у них там незаконный бизнес, вас это неприятно коснется. Я все поняла, учту. Хотя мне кажется, что нет повода для беспокойства. Мне бы хотелось самому в этом убедиться. Но это ваше право. До свидания. До свидания. Бросьте до остановки. Нет, товарищ капитан. Сначала отметим мое освобождение. Вы же тоже, наверное, не ели ничего весь день. Ну, нет. Правильно. А я карпа запекла. Поехали все ко мне. Ух ты. Ну, от карпа я не откажусь. А давайте поедем лучше ко мне. Во-первых, потому что Дашке скоро пора спать. Соскучилась по своей кроватке. Да. А во-вторых, у меня к карпу есть хорошая компания. Бутылочка беленькой. Люсь. Похозяйничаешь мне на кухне? Похозяйничаю, коль не шутишь. Да вся кухня в твоем распоряжении. Ну, поехали. Маш, ты чего тут мокрая сидишь? Да бабка моя куда-то подевалась. Еще и дом замкнула. Сейчас, подожди. Как будто у нас есть что красть. Вот тебе ключи. Иди ко мне, обсохни. Бросишь в почтовый ящик. Спасибо, тетя Люд. Господи, замерзла-то вся. Давай, давай, Машенька. Давай, хорошая моя. Дашенька, ну-ка подвинься. Давай, пока. И чё ты меня дернул на ночь глядя? Спокойной ночи, малыши, закончилось, а ты все не спишь. Екатерина Матвеевна. Ты знаешь, где мне твои упражнения в остроумии? Да ладно, понял уже. Случилось что-то. Ну, настроение хотел тебе поднять. Поднял. После истории на заводе мой участковый закрыл фермера. Да перестарался, ко мне сегодня опер приезжал. Интересовался арендой завода. Что за опер, как зовут? Может, знаю? С их начальством в баньке частенько паримся. Следователь Ершов. Он еще прихрамывает с палочкой. Знаю хромого этого опера. Но он такой, со странностями. Взяток не берет, в коммерции не участвует, не крышует никого. Ха, поэтому начальство поручает ему всякую бытовуху. Вот и нет у него роста по службе. Прям душа у меня за него разболелась. Хотя, такой честный опер может и нарыть чего лишнего. Именно. Твой бизнес под угрозой. Что делать будешь? Ладно. Созвонюсь с Гавриловичем, начальником ментовским. И отзовут опера. И не увидим мы его больше. Не переживай. Поехал. Время. Утро вечера мудренее. Поговоришь, звони. Обязательно. А я предлагаю выпить за честных полицейских. О, спасибо. Я завтра начальству доложу о своих подозрениях. Нужно ситуацию с заводом прояснять. Спасибо. Глава явно темнит. Договор у нее левый. Угу. Но не может аренда завода стоить 3000 рублей. Угу. И алкоголь у них там наверняка липовый. Получим ордер. Проверим, что там у них творится на самом деле. Правильно. Как я давно не ел домашней еды. Спасибо большое. А что вам дома разве... Жена не готовит? Ну, может, и готовит. Только не мне. Вон оно как. Ну, а как еще?
женщина натура хрупкая. Ей природой гнездо бить положено. А я на работе все время пропадаю. Вот так. Ну что вы, я уверена, наверняка найдется женщина, которая и вам гнездо совьет. Вы думаете? Ну, конечно. Хорошо бы. Людмила, опять? И здесь решила своим любимым делом заняться? Ну, Вань, ну. Опять? Какое дело, я не понимаю. Да не пугайтесь вы. Хобби у нее такое. Людей знакомить. Сваха в народе. Правда? Угу. Ну. Людмила, ну тогда я точно ваш клиент. Только мне нужна женщина особенная. Особенная это какая? Это как вы. Надо же. Ой. 5 минут 10. У нас же в деревне последний автобус через 20 минут отходит. Ой, слушайте. К сожалению, проводить не смогу. Я провожу, мне же по пути. Да не беспокойтесь. Да нет, нет, я провожу, ладно. Дашка уже спит. Вань, не переживай, я провожу. Идемте. Да. Счастливо. Счастливо. А я всегда представлял, что сваха – это такая толстая Матрона на закате жизни. Значит, я разбиваю стереотипы. И, кстати, я говорила совершенно серьезно. Вы интересный мужчина, и многие женщины были бы рады составить вам пару. Мне очень приятно это от вас слышать. Все, ушел. Опоздали мы на автобус. Вот и подвела меня моя нога. Не переживайте, переночуйте у меня. Нет, я не могу вас стеснять. Ну что вы, у меня места на всех хватит. Идемте. Спасибо, Люся. Угу. Странно, в окнах свет. Видно, Маша задержалась. Это что здесь такое происходит? Люся, это кто? Никто. Одевайтесь и уходите немедленно отсюда. У нас не было ничего. Вы что, не слышали? Давай вон отсюда. Убери руки, мы здесь все совершеннолетние. И делаем, что хотим. Да что ты мне говоришь? Вон отсюда, совершеннолетний. Да идите вы. Давай, давай. А ты, Маша? Занова тоже мне. Ты что же тут делаешь? Ты же знаешь, что он женатый. А ты тут с ним в постели, в моем доме. Как же ты могла? Простите, он сам позвонил. Он сказал, что с женой разведется. У нас не было ничего. Убирайся отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Да ничего вы не понимаете. Ой, здрасте. Маш, стой. Маша. Здрасте. Что такое? Мы знакомы? А я у вас мед вчера брала в Мерчанской. И что? Ничего, я смотрю, вы от Людмилы вышли. И Машка Копылова вон побежала вся в слезах. Видать, не очень ей ваш мед понравился. А вам какое дело, а? Да никакого, просто интересуюсь. Своими делами интересуетесь? Маш! Маша! Катерина Матвеевна, да, слушаю. Вы не представляете, что я сейчас видела. Да. Ага. Ага, я поняла. Ну что, молодец. Уйди, говорю. Молодец, молодец. Заслужила премию, Степанит. Да. Уйди, говорю. Ну что, мой дорогой, дожили мы до хороших времен. Твоя хваленая сваха у нас на селе дом терпимости устроила. Парочки теперь к ней на дом ходят. Безобразие. Безобразие. Меры принимать надо, Коленька. Ну, я-то приму. Угу. Только как бы не вышло, как с Иваном. А сейчас все намного более серьезно, чем с Иваном. Можешь развернуться.
Сводничество. Статья такая есть. Угу. А ты что, Людку, что ли, сажать собралась? Ну и зачем тебе это? Она ведь бизнесу не помеха. А ты не рассуждай, дурень. Ты делай то, что сказала, и все. Не единым бизнесом, Коленька, жив человек. Ой, не единым. Уйди. Бизнесом жив человек. Ой, вот теперь Бог знает, что обо мне подумаете. Да что я подумаю? Что вы девчонке помогли, а она вас подвела. Да как же она так может? Да что с нее взять? Дурочка малолетняя. Влюбилась наверняка. А вот кобель этот убил бы. И все равно это я виновата. Вечно лезу ко всем со своей помощью. Люсь, вы просто неравнодушный человек. А от ошибок не убережешься. Ладно, спокойной ночи. Люсь, не расстраивайся. Хорошо, спасибо. Спокойной ночи.